Ох, земля! Не стреляй! Не стреляй, братуха! Погоди! Ты чего, из гастролеров этих? Ну, что на поезде приехали? С ума сойти! Так заходи! Чувствуй себя как дома, братуха! У меня тут из-за пауков гости нечасто бывает. Хотя костей шестер бароновых уже полный трюм набился. А ты, походу, фартовый, раз сюда добрался. Я-то как от братков драпать пришлось, тут затихарился. И долго за пауками подсекал. Думал, сожрут с концами, но не, они света боятся, так что нормально устроился. Теперь вот пушки и барахло с их добычи собираю. Паукам-то причиндалы эти без надобности. С того и живу. Ну а в свободное время радио кручу, так что за все события в округе в курсе. Они же все по радио передают. Скрываться не от кого, у рабов радио нет.